Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 января. Преподобный Макарий Жабынский, Белевский чудотворец. Родился в 1539 году. В ранней молодости он принял постриг с именем Ануфрий и в 1585 году основал Жабынскую Веденскую пустынь близ реки Оки, недалеко от города Белева. В 1615 году пустынь была полностью разорена польскими войсками под начальством Лисовского. Вернувшись на пепелище, преподобный стал возобновителем монастыря, он снова собрал братьев, и вместо деревянного был построен каменный храм в честь введения Пресвятой Богородицы во храм с колокольней на воротах. Преподобный проводил жизнь в суровых иноческих подвигах, претерпевая мороз, зной, голод и жажду, как об этом записано было в монастырском синодике. Часто он удалялся в лесную чащу, где в одиночестве молился Богу. Однажды, когда преподобный шел лесной тропинкой, он услышал слабый стон. Он огляделся кругом и увидел прислонившегося к стволу сосны поляка, который в изнеможении полулежал. Рядом валялась его сабля. Он отстал от своего отряда и заблудился в лесу. Еле слышным голосом враг, возможно, грабивший обитель, просил пить. Любовь и сострадание превозмогли в преподобном. С молитвой ко Господу он ударил посохом о землю, из которой забил прохладный родник и напоил умирающего. Когда восстановленный монастырь окреп во внешней и внутренней жизни, святой Ануфрий оставил общемонастырскую жизнь и, поручив братья надежному руководству одного из своих учеников, принял схиму с именем Макарий. Местом своего уединения он избрал верховье протока Жабынки, кладезь Жабынец, отстоявший от устья протока и берега реки Оки, в одной версте. Схимнические подвиги преподобного Макария были скрыты не только от мира, но и от любящих его братьев. Он скончался 84 лет в 1623 году в ночной час, когда запели петухи, и был погребен 22 января на память апостола Тимофея, напротив ворот обители, близ места, где впоследствии была построена церковь его имени. Нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.